Мои маски самые лучшие и эффективные, потому что они легко омолаживают лицо на 20 лет. И сегодня я подготовила для вас рецепт замечательной, уникальной, эффективной и очень мощной маски, которая помогает быстро справиться с морщинами и с пигментными пятнами. И чтобы сделать эту сильную омолаживающую маску, необходимо взять 1 чайную ложку касторового масла, 1 чайную ложку глицерина, 1 ампулу экстракта алоэ, 1/4 чайной ложки витамина Е и 1/4 чайной ложки витамина А. Хорошенько перемешайте все компоненты до получения однородной консистенции. И потом нанесите эту маску на все лицо, под глаза, на шею и на декольте. Через 20 минут смойте эту маску теплой водой и потом нанесите на кожу увлажняющий крем. И делать такую омолаживающую маску необходимо 2 или 3 раза в неделю, в зависимости от состояния и потребностей вашей кожи. Только, пожалуйста, не забудьте перед первым применением новой для вас маски обязательно сделать тест на аллергию на сгибе локтя. А про омолаживающие свойства каждого компонента этой маски я подробно рассказала в своем блоге. И ссылку на свою статью я оставлю в описании и в комментариях.